Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас новое выживание LP Hardcore на телефоне. Да, я решил в хардкор на телефоне поиграть, и, кстати, у меня не лагает из-за того, что я, подключил Bedrock Timis, да, то есть для того, чтобы не лагало. Так как у нас... У меня на другом телефоне сейчас находится другое выживание. Я решил начать новое выживание. Кстати, я уже вижу речку. Нам она сегодня понадобится. И, в общем-то, давайте-ка начинать. Погнали. Итак, у меня хардкор сердечки, у меня бонусный сундук я решил поставить. Кстати, смотрите, как координаты классно подсвечиваются. Короче, убиваем овечку. Так, ну, у нас топор есть. Мы, получается, забираем все отсюда. Тут есть факелы, классно. То есть, для начала это кидстарт для того, чтобы, ну, мне было легче все-таки. Как-никак. Вроде бы на Java-версии в хардкор на телефоне там тоже есть кидстарт, насколько я помню. Ну, точнее, сундук можно, так скажем, использовать. Нет, все равно подвисает в некоторых местах, но это из-за прогрузки. Из-за прогрузки может подвисать. Вот. А, кстати, я еще овечку вижу. Круто. Мне бы белых побольше овечек, потому что тогда можно было бы сделать кровать. Эй, стой. Все. Так, ладно. Знаете что, давайте-ка не будем находиться долго на поверхности, потому что все-таки как-никак здесь могут быть монстры потом появиться. Нам нужно будет сделать убежище временное чуть-чуть попозже. Но и нам нужно будет... еду найти. Вот как раз таки сейчас я занимаюсь тем, чтобы найти еду. Так, ладно. Плюс еще у нас тут есть гора. Это плюс большой. Так, кстати, у нас деревянный топор. О, классный интерфейс. Bedrock Optimus. У нас есть деревянная кирка. Мы можем добыть уголь. Уголь нам тоже понадобится, для того, чтобы, во-первых, пережарить еду, а во-вторых, ну, еще что-то помимо этого сделать с помощью угля. Ну, факелы, например, да. У нас, конечно же, есть факелы, но немного. Так, давайте-ка для начала добудем еще парочку камня. Нам нужно для печки, для, получается, кирки. И все в этом духе. В принципе, я бы мог бы и тут остаться, но не хочется здесь задерживаться особо. Так, ладно, давайте-ка... Так, ладно, давайте-ка теперь, получается, идем дальше. Если честно, в лесу не очень хорошее место. Вот таком вот. Темном. Да. Потому что здесь толстые деревья. Добываем дерево. Опять же. Так. Все, мы, в принципе, добыли дофига дерева. О! А у нас тут шахта. Интересно. Так, ну слушайте, здесь опять же у нас уголь есть. Давайте-ка его быстренько добудем и уйдем отсюда, потому что пока что мне не хочется, во-первых, в шахту спускаться. А во-вторых, здесь шахта не такая уж и хорошая.
Хотел сказать то, что здесь шахта фиговая, а получилось сказать не такой уж и хороший. Мне не нравится это место. Не хочется здесь долго оставаться, опять же. Давайте-ка еще дерево добудем. Вообще дофига всего в этом выживании я добываю. Короче, если хотите продолжение ограниченных слотов или ЛП совместного, то давайте-ка так. ЛП совместное, оно получается будет еще. Оно скоро восстановится. Просто у нас временные технические неполадки с ним, так скажем. Да. О-хо-хо, вы только посмотрите. Пипец. Это что? Капец, мне тут подлагивает. Офигеть. Это что с генерацией произошло? Офигеть. О, боже мой. Офигеть. Я просто в шоке. Я даже не знаю, может быть, туда нам спуститься? Не, вообще не хочется, если честно. Но, блин, такая красота. Прям пипец. Блин, наступает ночь. Если честно, это не очень хорошо. Поэтому давайте-ка быстренько где-нибудь просто закопаемся. О! Да вы издеваетесь. Ладно. О, овечка. Овечка, 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 овечка. Стой, 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 стой. А, ну, в принципе, она и так стояла. Так. Нам просто нужна, опять же, белая шерсть. Блин, что с генерацией на новой версии Майнкрафта? Это вообще какая-то дичь произошла только что. Короче, я не знаю, вообще это было очень красиво. Блин, я уже монстров слышу. Ай-яй-яй-яй-яй. Нам бы где-то скрыться. Слишком много монстров слышу. Блин, плохо. Плохо дело. Плохо. Плохо дело. Плохо дело, плохо дело, плохо дело, плохо дело, плохо дело. Бежим. Просто бежим. Слишком много монстров на хардкор выживание. Так, ну давайте-ка вот сюда вот давайте-ка пока что закопаемся. Все, закопался, фух. Слава богу, я смог. Но я слышу зомби, и это меня очень напрягает сильно. Но слава богу, я смог закопаться, и у меня есть еда. В принципе, мы сможем выжить эту ночь, хотя бы уже. Фух, это было сложно. Это было сложно просто взять и убежать. Ладно. Ну что сказать, в принципе, неплохое начало. Да. Так, ладно, давайте-ка для начала я должен. Вообще, что я туплю? Так. Где у меня. А, ну да, мне нужно верстак, короче, сделать. Мне нужно вообще переделать дерево. Верстак. Точнее, доски. И получается, ставим. Так. Так вот, насчет ЛП ограниченных слотов. Там уже будет ситуация посложнее. У меня с телефоном проблемы с другим, насколько вы знаете, а может быть и не знаете. У меня был другой телефон, на котором как раз-таки это ЛП сохранилось. Но дело в том, что к нему. То есть я не могу восстановить доступ к нему, можно так сказать. То есть как бы у меня данные все, получается, сохранились там. То есть вот эта вот карта, получается, сохранилась именно там. То есть, ну, то есть некоторые данные сохранились там, и, короче, получается так, что эта карта сохранилась там, и, точнее, этот мир сохранился там. И получается, ЛП ограниченные слоты временно приостановлены.
Нам бы хорошо еще сделать еще одну кирку. Поэтому я сейчас сделаю еще одну каменную кирку. Потому что у нас железа-то нету. И вообще нам нужно пережарить еду. Поэтому сейчас я, получается, поставлю печку. Куда-нибудь сюда вот. Я слышу эндермена. Это плохо. Так. И теперь, получается, сделаем еще две каменные кирки. Хотя, знаете что, мне кажется, еще одной хватит пока что. Вообще, достаточно хорошо то, что монстров много. Можно будет потом с утра уже подобывать. Ну. Получается, с них всяких ресурсов. А я, походу... О, нет. О, нет. Нет. Да не, я не хочу, если честно, сюда спускаться. Потому что там я уверен, что дофига будет монстров потом. О, нет, блин. Я не знаю, типа. А, боже мой. Мне так не хочется сюда спускаться, если честно. У меня выбора особо нету. Ё-моё. А, железо! А вот это уже хорошо. Блин, ну только... А ну в этой шахте, я не знаю. Мне так не хочется сюда идти. Ладно. Железо я могу сверху, в принципе, добыть. А вот шахта получается так, что... Достаточно прибыльная. Если так подумать. А уже железо есть? Так, ладно, давайте-ка, знаете, что сделаем? Ах, я даже не знаю, как сделать. Ладно, сейчас сделаем вот так вот. А, здесь еще железо. Офигеть. Как много железа. Так, давайте-ка сюда вот. То есть, достаточно много железа. Все-таки, в принципе, неплохое выживание получается. Для начала, в принципе, неплохо. Я понимаю то, что... Я в одном из выживаний нашел целые алмазы во второй серии. Не знаю, смогу ли я тут найти алмазы. Но знаете что, давайте-ка я не буду в эту шахту пока что спускаться. Хочется все-таки сюда куда-нибудь прокопаться дальше. Может быть, даже дальше я найду железо ищу. Да. Еще раз. Это будет у нас походный верстак, так скажем. Его мы будем практически всегда с собой носить. Сделаем меч. Все. Да, я понимаю то, что я мог из железа, в принципе, сделать, пытаться. Но у меня печки нету. Для того, чтобы переплавить железо. Нам нужен просто меч. Я не знаю, блин, стоит ли вообще сюда... Не стоит идти. Но здесь смотрите, какая неплохая шахта. Вот только я вижу там очень много монстров. Я не вижу здесь больше железа пока что.
Он-то пока что меня не видит, можно исследовать. А, вот железо еще есть. Давайте-ка быстренько его добудем. Короче, мы истратили все каменные кирки. Я уже практически дошел до минусовой высоты. Давайте-ка сейчас деревянную кирку истратим. Мы уже дошли до минусовой высоты. И я уверен, то что... Не на 100%, но я уверен, то что там есть шахта. Ниже, если копаться. Ну, в общем-то, пока что эта серия получается, ну, не очень прикольно получилось, но... Скучновато, если честно, мне кажется. Ну, короче, не очень мы в ней развились пока что в этой серии. Но, думаю, дальше будет лучше. Пипец, как голод тратится. Прям нужно экономить еду. Прям нужно всегда быть с едой. Вот. Ну, мы угля дофига добыли. У нас, получается, железо есть. Нужно поставить, в принципе, на переплавку железа было бы. Но это я сделаю потом. В общем-то, короче, на этом все. Вот такое вот видео у нас получилось, да? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите продолжения. Я думаю, то, что оно будет. Но, конечно же, я в этом не уверен. Но я думаю, то, что все-таки я сделаю продолжение. Оставляйте это в комментариях. Делитесь с вами друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Всем до встречи и всем пока-пока.